Итак, дамы и господа, всем приветульки, и сегодня к нам на обзор попал телефончик такой, старенький, конечно, но еще который не потерял свою актуальность. Это очень такой качественный телефончик Nokia, пришел он к нам издалека, вот, и сейчас мы посмотрим на него, как он там у нас выглядит. Вот такой вот. Так, открываем нашу коробочку. Это у нас Nokia 6720 Classic Gold. Так, ну комплектик тут у нас скудненький. Зарядочка, USB кабель. Так, мануал под низом лежит. Вот, собственно, там ничего интересного больше нету. Закрываем нашу коробочку и в сторону. Вот наш телефончик вот в такой вот пупырчатой штучке пришел. Ну, конечно, блин, я не знаю, вот с почты пришла немного подгулявшая коробочка такая. То ли поставщик на складе ее там кидал, швырял, не знаю. Или на почте так обращались с ней. В общем, вот такая вот она пришла. Чуть-чуть помятая. Но это ничего страшного. Главное, что телефон целый, а все остальное как бы пустяки. Так, смотрим, что там у нас такое пришло. Так, как красиво выглядит. Вообще, телефончик просто супер. А блещит-то как? Видите, да? Очень такой солидный аппаратик. Пленочки у нас тут повсюду. Тут пленка. Спереди пленки. Кстати, на джойстике, если там, допустим, будете получать эти телефончики, царапинки есть, не бойтесь, это тоже пленка, она тоже сдирается, вот. То есть он весь в пленках закрыт, клавиатура, джойстик закрыт пленочкой, там она вообще, правда, трудно сдирать, потому что она так прям под этот, вообще за подлицо там приклеена, все, и здесь тоже пленочка на клавишах управления. Вот. Так, тут у нас индикатор есть какой-то. Здесь у нас, как всегда, разъемчики, собственно, за много лет они никуда не переместились, да и зачем, вот, посмотрим, что там у нас внутри, у нас батарейка стоит, тут тоже пленочка, кстати, так, везде пленочки, батарейка у нас BL6Q, голограммка стоит, даже переливается так, если видно вам на камеру, дим, что-то переливается. Так, посмотрим, что там у нас под хорейкой. Такое вот все красиво, все чистенько. Аккуратненько вставляем обратно. Сейчас мы его включим. Крышечка у нас металлическая. Вот такая вот у нас. Там даже что-то написано, надписи какие-то. Есть stainless steel. Там маркирация какая-то стоит. Тесит. Так, закрываем. Вот так вот. Вот что мне нравится в старых телефонах Nokia, это их микрофоны и разговорные динамики. Качество очень высокое, просто класс. Особенно, когда разговариваешь с собеседником, и человека хорошо слышишь, и тебя очень хорошо слышат. Вот. Жаль, что, конечно, в современных смартфонах не у всех так ставят все это дело тоже, экономят, блин, на всем. Ну, в общем, так, крышечка вот эта верхняя, кстати, пластиковая она почему? Потому что здесь находится антенна. Антенну металлом закрывать нельзя, потому что будет плохо ловить сигнал. А все остальное металл, это все металл. Вот. То есть такой увесистый телефончик, выглядит очень солидно, красиво, такой хороший аппаратик, вот. Одно время я тоже пользовался таким, вот, и очень даже такой хороший, солидный телефончик. И подумываю даже себе опять приобрести такой же аппаратик, вот, потому что со смартфоном не везде походишь, блин, у меня 5,5-дюймовый аппарат, и он как бы, ну, неудобный, то есть в карман не положишь, вечно таскаешь его в сумке, вот, масса неудобств, вот. Для работы, конечно, хорошо, но... для практичности в жизни не очень. А вот эта вот штучка в карман кинул и пошел, все, и не беспокоишься. То есть везде влазит, везде можно положить, не надо сумки с собой таскать. В общем, вот такие вот делишки. Так, включаем телефончик наш.
Так, батарейка у нас заряжена. Сим-карту просит. Сим-карту я не вставлял. Ну, не обращайте внимания, что он тут звук так этот самый, потому что тут пленочка закрыта просто, поэтому такой звук получился. Так, тут у нас еще пол батарейки есть. Угу. Зайдем, сейчас мы язык поставим. Так, профайл, ZMS, дисплей. Так, нам нужно сюда, language setting, English. Здесь у нас стоит английский язык, немецкий. По-моему, литовский, если не ошибаюсь. Еще какой-то, короче, русский, эсти какой-то, не знаю. В общем, нам нужен русский язык. С языками здесь не густо, но при желании любой язык можно установить. Это не проблема, собственно говоря. Вот такой вот у нас аппаратик. Все очень красиво. Все так хорошо. Радио здесь есть. FM, так, что тут у нас еще камера, сейчас, о, Facebook уже предустановленный, да, Facebook, почта, браузер, так, это что у нас, а это у нас, походу, этот самый, карты, навигатор, да, OVI, камера, камеру включим, так, тут пленочка, камера тоже заклеена, я ее сдирать не буду, вот, тут кнопочка отдельная под камеру стоит, сейчас мы что-нибудь сфотографируем, коробочку сфотографируем, вот так вот. Наведем. Сейчас у нас. Раз, сфокусировался, сфоткал. Фотки, конечно, классные он делает. Несмотря на то, что старый телефон, что здесь стоит 5-мегапиксельная камера, но фотки получаются очень хорошие. Так, сейчас мы посмотрим изображение. Вот. И несмотря на то, что здесь пленочка на камере, вон, фоточки яркие-то. Очень хорошие. Так, функции переделать. Так, функции, какие у нас функции. А, есть экран. Угу. Вот такая у нас фоточка получилась. Ну, на компьютере, конечно, просматривать гораздо лучше, потому что на маленьком экране как бы не очень. Но цвета, вы сами видите, очень хорошие. Красивые цвета. Цветопередача неплохая, в принципе. Есть отличия с картинкой, да, но... На камере она как-то по-другому выглядит, вживую смотришь не так. Интересно. Так, удалим эту фоточку, чтобы она тут нам не маячила. Да, удалить. Собственно, сейчас мы еще звук, может, какой-нибудь послушаем. Так, галерея, а где же у нас эти самые? Музыка здесь какая-то, Nokia Mobi. Услуга передачи данных. А, это интернет ему нужен. А, это штучка, короче, для закачки, я понял. Все. Так, давай выходи. Ссылка недоступна. Да ладно. Так, ну вот у нас уже загруженные мелодии. Вот, все. Звук, конечно, классный. Сейчас мы дальше попробуем. Что там у нас за мелодии есть. Вот. А репит он из-за пленки. Ну, это ничего. Вот. Ну, сами слышите. Да, звук классный какой, блин. Просто обалдеть. Телефон фиг знает какого года, но качество очень высокое. Очень хороший аппаратик. А ну-ка. Ого. Это еще не на всю громкость было. Нормально. Офигеть, он громкий, блин. Нормально, слышишь? И главное, качественный звук. Это просто круто. Классный телефон. Балдею от него. Вообще, очень солидно выглядит, респектабельно, золотой цвет, есть серебристый, черный есть, но золотой мне нравится больше всего, потому что он самый такой классно выглядит, вообще золото, блин, он теплый такой на вид, и, блин, ну класс, камера здесь хорошая, звук хороший, качество динамиков здесь как полифонического, так разговорного на высоком уровне. Микрофон здесь тоже очень классный. Здесь вообще, по-моему, здесь, если не ошибаюсь, три микрофона.
должно быть раз, два и три. Вот, и это типа обеспечивает там супер-пупер звук на телефоне. Вот, то есть вас слышит офигительно, и вы собеседника тоже очень хорошо слышите. Здесь какой-то, по-моему, если не ошибаюсь, чип стоит звуковой там, который за обработку звука отвечает. То есть даже если у человека там и хреновасенький телефон там с херовым микрофоном, то вы его все равно будете хорошо слышать. Вот, потому что идет обработка звука, и вам как бы уже выдает там нормальное звучание. Вот, и конечно, ну, это очень классно, блин. Nokia, вот я вот, как уже говорил ранее, почему нельзя это ставить в современных смартфонах, блин, потому что у меня, допустим, Asus Zenfone 2, ну там, блин, явно не такой динамик стоит, он хуже, и разговорный динамик у меня очень плохой. То есть я слышу собеседника нормально, а меня слышат плохо. И телефон же, блин, не дешевый, он стоит, блин, там, я его покупал на момент релиза, он стоил, короче, за, по-моему, 380 или 390 баксов, короче, ну, дорого. Вот, он в одно время он вообще еще стоил, там, по-моему, даже 400 с чем-то долларов, короче, это и то я по дешевке купил, потому что там так получилось, вот, и... Такие бабки за телефон заплатить, и, блин, с хреновым микрофоном и с динамиком, ну это, блин, кощунство какое-то прямо, издевательство над потребителем. Вот, так что вот такой вот у нас телефончик был на обзорчике, ребятки. Если кому понравился, ссылочка есть в описании, можете зайти посмотреть, там все есть, вот, чтобы для приобретения, вот. Так что переходите, покупайте. Очень качественный телефон, я уже не первый раз заказываю, всегда приходит отличная аппаратура, вот, и никаких проблем еще не было. Так что всем спасибо, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал, счастливо! Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!